И вот у нас есть эксперт Юрий. Значит, он расскажет нам про вообще про фондовый рынок. И дальше мы будем с ним, не с ним, а после него будем разбирать уже фондовые программы компании ТАП. Я должен рассказать про весь фондовый рынок, что такое фондовый рынок, что такое акции, но я начну немножечко издалека, потому что, смотрите, для того, чтобы, ну, вообще говоря, мы хотим заработать деньги, мы поставили какие-то цели, да, и цели были такие, веселенькие, так, 50 миллионов заработать, там, 100 миллионов заработать, да, вот, такие цели были, ну, для того, чтобы эти деньги приносили нам пассивный доход, то есть нам надо заработать много и сохранить. Вот, поэтому как можно это сделать? Можно работать за оклад. Но когда мы работаем за оклад, извините, за 30 тысяч, там 40, там многие работают, то, в общем сказать, у вас вариантов особых нет накопить 50 миллионов. Можете просто рассчитать, сколько вы должны откладывать в месяц, у вас нет варианта накопить 50 миллионов, 100 миллионов. А цель должна быть именно, ну, примерно такая. Поэтому мы можем либо устроиться на работу за оклад, и здесь не вариант. Не вариант. И недостатки. Ну, наш доход ограничен всегда. То есть мы можем вот из кожи вон лезть, нам могут повысить зарплату на 20%, на 30%. Все, это потолок, ребята. Потому что выше этого вы не сможете получать. И второй вариант – это начать свой бизнес. Начать свой бизнес. И доход в бизнесе абсолютно ничем не ограничен. Вот вообще ничем. Вы можете зарабатывать, ну, там, 2 миллиона в месяц, там, 3 миллиона, если захотите. Пожалуйста. Только поставьте цели, и все будет. Вот. Поэтому, вот, и насчет цели, вот Валера правильно сказал, главная мечта и главная цель. Просто вот мы ставим цель, сколько мы хотим зарабатывать в месяц. Все. И дальше все будет, оно само придет. Когда я начинал, мне была цель там, 100 тысяч в месяц, у меня было 2 миллиона долгов. Сейчас у меня 200 тысяч в месяц. Я цель поставил 100 тысяч в месяц. Она как-то внезапно раз, и через 3 года выполнилась, понимаете? Вот сейчас я цель ставлю. Ну, сейчас у меня 200, вот, ну, к 500 иду. Вот. Поэтому, смотрите, в чем заключается бизнес? Что такое бизнес вообще? Люди будут давать вам деньги за ту ценность, которую вы им даете. Ну, это вот общая формула любого бизнеса. Люди дают нам деньги. Откуда у нас возьмутся деньги? Люди дадут нам деньги за ту ценность, которую мы им дадим, даем. И эти деньги не ограничены ничем. Главное – дать максимальную ценность максимальному числу людей. Это к вопросу о медийности. Понятно, да? Вот. Теперь смотрите, ценность может быть нематериальной. Вот это важно, вот это вот почему-то люди, как-то авторские права, что это такое, это какой-то патент и все такое прочее. Ребята, блин, авторские права это несложно. То есть у меня, например, авторский курс, да, вот как бы биржа для чайников, я продаю, пожалуйста. И я его нигде не патентовал, но, так сказать, у меня его воруют, да, постоянно, но я, так сказать, нахожу эти ресурсы, говорю, удалите и все, то есть... Защита авторских прав работает. Теперь смотрите, что такое материальное? Что такое материальное? Мы создаем что-то материальное, да, и продаем. То есть смотрите, вот мы берем что-то материальное, создаем что-то материальное, вот оно. То есть мы покупаем какой-то комплектующий, какие-то, значит, там что-то еще, вкладываем что-то свое, собираем из этого новый продукт и продаем. Значит, мы как бы инвестируем сюда, потом продаем, получаем доход. Правильно? Вот. И от количества этих оборотов и от себестоимости у нас зависит наша прибыль. Чем больше раз мы продадим эту штуку, наша прибыль абсолютно не ограничена. Мы можем продать там 100 тысяч раз, миллион раз и так далее. От суммы инвестирования. Поэтому, когда у меня не было совсем денег, что делать, ну, пришлось создавать курс. Как бы я сделал курс, он мне ничего не стоил, я его продал за 3 миллиона на текущий момент, и бурно продолжает прыгать. В общем, он продается со скоростью, ну, 30-40 тысяч в месяц он мне приносит. Просто курс, который мне, собственно говоря, не особенно стоил. Вот, поэтому
Очень важно инвестировать. Но многие люди не понимают, что нематериальные активы – это хорошо, и все заточены на материальные активы. Поэтому, значит, мы хотим делать бизнес, мы будем делать бизнес. И как мы будем делать бизнес? Первый вариант, который у нас есть – это ИП. Но это проще всего, ну, во-первых, до определенного уровня, во-вторых, мы ограничены. То есть мы не можем много продать. Если мы хотим что-то побольше, то мы уже должны покупать какое-то оборудование, какие-то инструменты. И, ну, я, например, с самого начала занимался полиграфией, ну, полиграфический станок. Тогда еще можно было купить там, ну, самый простой, там, 1500-2000 долларов. Значит, мы купили за 10 тысяч долларов. Вообще говоря, приличный станок стоил 150 тысяч долларов. Но когда я уже заканчивал, эти станки стоили уже там что-то, ну, приличный станок стоил 1 200 000 евро, а крутые станки, которые сейчас есть, современные, они стоят что-то там, ну, 6-7 миллионов евро. И это еще не предел, потому что сейчас современные производства, они заточены на что? Владимир Иванович знает. Линия производственная. Вот у него есть свой завод с производственными линиями. Понимаете? А? Николаевич. Владимир Николаевич, да. И... пожалуйста, производственная линия, то есть там куча станков, которые, значит, делают там все это, и, ну, как бы, и мы создаем материальную ценность. Но для того, чтобы это создать, нужно много денег. Где их взять? Если я ИП, то я один, я могу еще сделать что-то, да? Но как только я хочу сделать больше, то я договариваюсь с какими-то своими друзьями, знакомыми. И что мы делаем? Мы создаем совместное предприятие, мы идем, регистрируем устав и регистрируем учредительный договор. Вот что важно. Смотрите, в учредительном договоре написано, скажем, участники этого предприятия, скажем, 3 человека, весь капитал расписан так, 40, 30, 30, например, да? То есть там в учредительном договоре расписано. Что происходит с учредительным договором? Мы идем в налоговую, регистрируем его. То есть многие говорят, акции – это фигня какая-то, это вот, вообще фигня, просто ничто. На самом деле регистрация юридическая, ЕГРЮ. И там все вписано. Выписка из ЕГРЮ, там написаны все наши доли. Вот. Но если мы хотим побольше собрать, то сколько учредителей может быть? Их может быть, ну, 3-5, а может быть 100. До 40, да. Вот. И смотрите, ООО. То есть мы каждый раз вот эти вот учредители пишем, и вдруг кто-то из учредителей хочет выйти из этого общества. Что делать? Он выходит, значит, мы все сообща выплачиваем ему его взнос и распределяем эти доли, идем снова в налоговую и перерегистрируем новый учредительный договор. Вот. И так каждый раз. А чем больше людей, тем больше, соответственно, таких штук. Поэтому, как это дело упростить, чтобы, ну, налоговая говорит, идите вы нафиг. Вот. Поэтому создавайте уже акционерное общество. Что такое акционерное общество? Это когда мы все вместе, много людей, собрались, там 400 человек, 500, миллион, миллиард человек, например, да, инвесторов. И мы всю собственность предприятия разбиваем вот на это число, на доли, на акции. И это будет наше совместное предприятие. То есть мы им владеем совместно. По-английски we share. То есть мы разделяем вот эту собственность между собой. По-английски share — это акция. Акция по-английски share. Я не знаю, почему она по-русски акция. Share — это кусочек. Маленький кусочек. И таким образом, и чем больше мы разобьем, тем больше кусочков. Поэтому, значит, ну и пишем просто. А уже мы не пишем. Уже нет учредительного договора. Уже другая форма регистрации. Акционерное общество уже регистрируется не в налоговой, а уже есть государственная комиссия там, по ценным бумагам. Мы идем туда и регистрируем что? Проспект эмиссии. И проспект эмиссии, ну и устав. Вот. В проспекте эмиссии написано, что вся собственность вот этой компании разбита на столько-то частей, на столько-то кусков. Количество их не меняется. И таким образом, ну, как бы, все вот так сделано, во-первых. А во-вторых,
Смотрите, уже налоговая не хочет с нами иметь дело. Ну, не то, что не хочет, она хочет иметь налоги, а как бы ведение реестра акционеров. То есть первое, что я сказал, регистрируется проспект эмиссии. Второе, появляется у нас депозитарий и реестродержатель. То есть функции слежения за тем, кто владеет этим предприятием, переходят к реестродержателю и депозитарию. И когда мы, а это тоже государственные органы, там лицензия, там все дела, вот, когда мы покупаем акции, то есть я хочу купить акции, например, у кого-то, вот, ну, лично я покупал, лично я продавал акции, вот, то мы заключаем просто договор гражданского, ну, в соответствии с гражданским кодексом, на куплю-продажу акций. То есть пишем договор, что я такой-то, продаю акции такому-то, мы идем вместе к реестродержателю, вот я лично ходил так, и говорим, мы хотим продать эти акции, там говорят, а, хорошо, все, значит, проверили в уме и здравии, и вроде все нормально. Вот, но тоже геморрой, понимаете? То есть налоговая уже с этим не работает, работает реестродержатель, и акции переходят там, на государственном уровне тоже все регистрируется. Как это сделать проще? Так, я вот это вот уже сказал в основном, но как это сделать проще? А для того, чтобы сделать это проще, была придумана биржа. И если я хочу купить акции компании, то есть я хочу вот открыть бизнес, да, нефтяной бизнес, я хочу нефтью заниматься, и я вступаю просто в общество, там, скажем, что там у нас есть, Роснефть. Так, нефть, Башнефть. Башнефть, Татнефть. Лукойл. Лукойл, мы забыли. Газпромнефть, да. Новатэк это газ сжиженный. Вот. Вот, ну то есть я хочу заниматься вот именно этим бизнесом, например, да, то есть, пожалуйста, я покупаю акции, я хочу банк, да, пожалуйста, я покупаю акции Сбербанка. Если хочу заниматься другим бизнесом, пожалуйста, у меня есть акции Аэрофлота. Если я хочу заниматься сжиженным природным газом, я знаю, что за этим будущее, и сейчас строятся, значит, у нас заводы по сжиженному природному газу, я покупаю акции Новатэка. А если я знаю, что металлурги сейчас на высоте, да, то я покупаю акции Норникеля. Вот. Поэтому, значит, на бирже можно все, то есть мы можем купить любой бизнес, и лучше это делать. Вот. И что такое биржа? Смотрите, биржа – это место, где инвесторы приходят и покупают, и продают акции. И на бирже это надо делать максимально, ну, когда мы приходим в магазин, нам дают и тележки, и все, пожалуйста, все, что хотите, чтобы только купить у нас, да? Также и на бирже сделано максимум для того, чтобы инвесторы чувствовали себя, что здесь надежно. Вот это важно. То есть на бирже, если мы покупаем акции, то это абсолютно надежно, потому что для того, чтобы компания попала на биржу, она должна быть не просто там ЗАО там или ОАО, да? Она должна быть ПАО. То есть компания берет на себя обязательства. ПАО – это публичное акционерное общество, регулярно, каждый квартал публиковать финансовую отчетность. И когда компания публикует отчетность, я как инвестор могу посмотреть. Я хочу участвовать там в компании нефтяной, и насколько эффективно будет мой бизнес. По отчету. Вот. Ну и теперь, значит, вопрос. А сколько же дают акции доходы? Тут они у меня спрятаны, почему-то оказались, так сказать, не попали в кадр. Сколько же дают акции по доходности? Ну, мы все рассматривали доходность там в банке там 4-5%, да, там сейчас, да, ну, сейчас 3%, ну, максимум там 4-5% можно найти. Вот, по облигациям 5-6, там, ну, 7%. Гарантированно. Можно больше, сильно. Даже когда покупаем акцию, даже если это ОФЗ, вот. Там как? Очень тонкая игра. Какая тонкая игра?
Ну, сейчас, например, как бы вся Америка смотрит с ужасом, что доходность по облигациям, по казначейским обязательствам, которые дают 1%, по ним доходность вырастает, ну, сейчас вот последние данные, 1,7%, они хотят, ну, по десятилеткам, вот. А что значит доходность возрастает? Почему она? Потому что облигации падают в цене. Я купил облигацию дешевле, у меня доходность, я же вложил столько, а доходность на это. То есть там очень серьезно они падают и поднимаются в цене, понимаете? Вот. За период какой-то. То есть я купил облигацию одну, но я здесь не сделал скан своего портфеля. РУС-28, ну, то есть она долгосрочная, там РУС-28, кто знает, да? Понимаете, да? Я купил там доходность 4,3% была. Вот. А я купил 162% от номинала. То есть... Сейчас 167. Сейчас 167, да? Ну, это в пятницу. Вообще говоря, 172 было. То есть, представляете, да? В долларах 10% облигация с абсолютной гарантией. Понимаете? С государством. Нормально, да, в долларах. Вот. Ну, смотрите, вот доходность, ну, там вот, которая НВ, да, торчит, это иностранная компания, которая называется Яндекс, вот. Я ее купил полтора года назад где-то, или там, ну, год с небольшим, 134% примерно за год. АФК-система, 128%, ну, она сейчас упала, вернее, ну, где-то так сейчас, да, потому что было 180. Вот. Здесь не помню что. Полюс золота. Кто говорил, что в золото надо инвестировать? Мы можем инвестировать в металлическое золото, мы можем инвестировать в акции золотодобывающих компаний. Золото растет, акции золотодобывающих компаний растут. Полюс золота выросла и дает мне 107% за год примерно. Да? 107% доходность, вы понимаете, за год. Вот. Следующая акция, Polymetal International, тоже акция, которая... Это уже не золото, а серебро. В основном. Вот. Следующее, Xilinx. Следующее, Xilinx в долларах 69%. Я вообще не понимаю, как оно так выросло. Xilinx это электронные системы, там такие вот вещи. Следующее, Alexion Pharmaceuticals. Недавно она грохнулась. Нет, это не Alexion, наоборот, недавно она выросла резко. И следующее, Macy's. Это вообще круто. Macy's — это сеть американских гипермаркетов, они, значит, там, ну, гипермаркеты все позакрылись, но, как бы, они совсем на дне, я их взял. Потому что недвижимости хреново тучу в этой компании. Если она продаст несколько гипермаркетов, она рассчитается со всеми долгами, все. Вот. И там просто, ну, рекомендовали, говорят, слушайте, у нее столько активов, что почему бы не взять. Я взял эти Macy's, и доходность, видите, 51%. Чего? Да у них 100% сейчас. Вот. Ну, и следующее, ГМК Норникель. Так любимые нами, значит, я когда посмотрел их, в общем, сказать, все перспективы, в общем, несмотря на все эти проблемы, ГМК Норникель — суперская компания, ребята, это во-первых, а во-вторых, ГМК Норникель — это не совсем никель, прямо скажем, это скорее палладий уже, вот, потому что в основном палладий, там титан, и, так сказать, редкоземы всякие и прочее, прочее, так сказать, там много всего. ГМК Норникель, то есть акции надо покупать. Но самое главное, какие акции покупать. Мы приходим на биржу. Вот каждый квадратик – это какая-то компания. И это очень маленькая часть этих компаний. Это всего лишь компании, которые входят в индекс S&P 500. Все. Какую из них выбрать? Какую из них выбрать? И, ну, сейчас я расскажу, что такое индекс. Вот. Мы всегда думаем, что акции, так сказать, там, могут упасть, могут вырасти. Да, действительно, но посмотрите. Вот 2000 год. И, ну, по настоящее время я вывел. С 2000 года, ну, там, Финвиз так делает. Вот. Они могут, конечно, расти, могут упасть. Это средняя температура по больнице, по акциям. Но все равно, посмотрите, они растут. И сейчас я хочу обратить внимание на следующее. Кризис. Смотрите. 2020 год.
кризис, март месяц. Посмотрите, что случилось с акциями? Они грохнулись. Аня, да. Они грохнулись, но в результате, результат сейчас. Скорректировались. 2020 год, все стоит, никто ничего не работает. Блин, ну американцы включают печатный станок. Куда деньги идут? А деньги идут на фондовый рынок, и все идет. И бабло, как говорится, побеждает зло. Вот, поэтому в любом случае, вот, в любом случае акции надо брать. Кризис, не кризис, надо вкладываться в акции, но... Какие акции купить? Опять возникает тот же самый вопрос. Есть простой вариант. Повторите индекс S&P 500. Потому что вот мы видели, да, вот он индекс S&P 500, вот он растет. Давайте мы купим акции из индекса S&P 500. Их всего 500 штук. И прямо в соответствии с этим индексом. Ага, ребята. Вот эта вот акция стоит $1500. Одна штука. Сколько денег вам надо, чтобы купить индекс S&P 500? По одной хотя бы. Нет, не по одной. В том-то и дело, что здесь вот эта вот площадь, она соответствует капитализации компании. Поэтому надо брать не по одной, а чтобы капитализация компании сохранилась. Ну, то есть, как бы, структура индекса. Поэтому там надо, чтобы повторить индекс S&P 500, надо, ну, несколько миллионов долларов вложить. У кого из вас есть несколько миллионов долларов? Поднимите руку. Поднимите пока руку нет. Прямо сейчас, пока да. Нет. Зайдите к нам через 10. Да. Вот. Но мы-то, но они уже вырастут, мы опять не успеем. Но доллар обесценится, на самом деле. Вот, поэтому, смотрите, есть варианты. Есть варианты. Вот. Ну, во-первых, можно повторять просто структуру. То есть, вот недавно я снял серию видео, портфель 100 тысяч рублей, я просто... по максимуму повторял индекс S&P 500. Я прямо там вот, ну, четко расписано, не буду говорить, там, короче говоря, на $500 я повторю индекс S&P 500. Ну, как-то. Что приятно, что они выросли уже 2 недели назад, это сделал. Вот. Но кто-то говорит, что надо покупать акции из индекса S&P 500, потому что он всегда растет. И об этом Валентин будет говорить. Каким образом можно купить индекс S&P 500? Есть... фонды. Смотрите, когда я начинал говорить, я говорил, что если мы хотим организовать производство, то мы собираем кучу народу, все вместе скидываемся и все вместе покупаем вот это производство. Так? Вот. Сейчас у нас возникает вопрос, а как же купить акции? Точно так же. Давайте скинемся все вместе. И создадим фонд, который будет покупать акции. То есть в одиночку я не могу там 2-3 миллиона вложить. Но если единица ноль, понимаете? Но если нас много, то мы партия там. Вот. Короче говоря, есть фонды коллективных инвестиций, которые просто берут, мы собираем деньги, и коллективно эти деньги вкладываются куда? То есть следующее, как бы... уровень, то есть смотрите, был уровень акций, там АО, ПАО, ЗАО, там дальше идет биржа, то есть на бирже можем покупать, и дальше идет следующий уровень, это уже фонды и управляющие компании. Чем они отличаются? В управляющую компанию я прихожу, я заключаю договор, говорю, у меня такая сумма, я хочу вложить туда, вы управляете ею. Но там минимальная сумма договора, там, ну, что-то $100 000, ну, что-то хорошие такие минимальные суммы. И есть фонды коллективных инвестиций, ETF, так называемые. То есть, ребята, мы весь наш фонд разбили на там, 10 миллиардов частей, и вы покупаете такие же акции, но это доля в фонде. ETF. Вот. Что такое ETF? Это Exchange Traded Fund. Фонд, торгуемый на бирже. И я могу купить акции буквально 3000 компаний со всего мира. Сейчас минимальная стоимость одного пая в ETF. Сколько вы думаете? Есть варианты? $100.
Еще? Он много, он там 503 тысячи, в зависимости какой там. 3 тысячи чего? Ну, я сейчас про рубли. Три тысячи рублей? Да. Хорошо. Полторы тысячи. 3 тысячи долларов. Кто больше? Или в рублях даже. Там 800 были, я уже давно купила 800 или 800 рублей. 1 рубль 20 копеек. Вы покупаете акции 5000 компаний мира. FXRV фонд. 1 рубль, но сейчас 17 копеек. 1 рубль 17 копеек стоит одна акция фонда. И я могу сказать, это FXRV. FXRV, RV, да. FXRV. Зачем вы так мелко сделали? А чтобы каждый, вы посмотрите, вы любую сумму, вы приходите с любой суммы, вы можете, значит, там, купили такие акции, у вас осталось, вы купили еще 600 этих, сказать, на 600 рублей, купили FXRV. Короче, можно 100 рублей продать, да? Легко. И это. И FX, VO. Ну, смотрите, FXRV, минимальная сумма была 1 рубль, FXVO, минимальная сумма там что-то на районе 1 доллара. Это что, российские компании или что там, или американские? Это не российские, не американские. Это управляющая компания, которая управляет 500 Это управляющая компания. В принципе, она зарегистрирована, это Финекс компания, зарегистрирована в Ирландии. Вот. И, ну, она сделана специально для мелких инвесторов, вот, для того, чтобы можно было максимально диверсифицировать. Там акции, да, крупные, так сказать, разных компаний. Россия туда входит в качестве MSCI Russia, то есть там доля просто, там расписана просто доля, куда это вписывается. Россия, там есть Emerging Markets, там, так сказать, разные рынки. То есть они куда инвестируют, они там пишут об этом. Можно купить с российского брокера или только с иностранного? Нет, она всем доступна абсолютно. Российский брокер тоже? Конечно. У меня открытие, там, Тинькофф Инвестиции, пожалуйста, FXRV. Посмотрите просто, и все. Сейчас. Вот это вот там есть такая штука, вообще великолепная. Я просто недавно как стал сортировать эти фонды ETF, и смотрю, рубль. Ну, что-то такое не то вообще. Когда начал смотреть так, презентацию, так все хорошо там. Вот, FXRV. То есть, смотрите, есть ETF-ы, Exchange Traded Fund, которым мы доверяем. И это фонды коллективных инвестиций. Ребята, этих фондов уже тоже очень много. Это вот это самое дешевое. Есть фонд, например, Уоррен Баффет говорит, слушайте, ребята, надо покупать все такие акции компаний, за которыми, ну, то есть вот есть, как недвижимость, понимаете, то есть вот есть заводы, оборудование, у них нет долгов, у них есть внятная какая-то инвестиционная программа, давайте будем покупать конкретно акции этих компаний. Кто такой Уоррен Баффет? Это самый богатый человек в мире, к нему можно прислушиваться. Вот. Но с другой стороны, кто-то говорит, ребята, самая выгодная вещь – это стартапы. Они могут взлететь в 30 раз. И главное просто внимательно каждый стартап, который появляется, надо рассмотреть, ну какой стартап самый показательный. Вот он, посмотрите, самая крупная компания в Америке, самый богатый человек в Америке сейчас. Кто? Джефф Безос. Амазон. Когда он ее создал? Да когда-то создал и говорит, я буду вот этим заниматься. Он стал очень быстро самым богатым человеком в Америке. Компания Amazon. Google. Я еще помню, когда не было Google. А он появился, все говорят, что ну, есть поисковики, Yahoo есть, зачем еще что-то. Они создают Google и самая компания большая в индексе. Пожалуйста, а где здесь Yahoo? Ее нету. Понимаете? То есть надо смотреть на акции, которые, значит, берут. Вот пример, пожалуйста, акций. Ну просто я Zoom. Да. Мы все, значит, делаем презентации в Zoom, мы встречи проводим в Zoom. Да, что такое Zoom? Zoom совсем недавно появился. Вот, ну, очень мне понравился. Вообще классная вещь. Смотрите, год назад был где-то вот здесь. Тут плохо видно просто. Вот. За период пандемии в 5 раз. 500%, ребята. То есть надо просто вовремя вложиться. Как же нам все-таки выбрать акции? Смотрите. Это столько критериев? Вот это вот по стольким критериям вы можете отсортировать.
дал нам задачу. Да, пожалуйста, пожалуйста. Вот оно. Всего лишь навсего. И я вот на своем этом самом, сказать, портфель 100 тысяч рублей, я говорю, вот я этой табличкой пользовался, я вот эти критерии подобрал. Ну, блин, в этом надо разбираться, ребята. В этом надо разбираться. Кто не разбирается, ETF, для вас вариант. То есть вам не надо ни в чем разбираться. Не надо ни о чем думать. Мы покупаем ETF. Мы покупаем ETF, который рассчитан на стартапы. Пожалуйста, он крайне рискованный. Ну, блин, ребята, он растет. Вот. Мы хотим получать дивиденды. Есть ETF, который рассчитан на дивиденды. То есть максимально дивиденды. Мы покупаем ETF. ETF скупает акции с максимальной дивидендной доходностью. Что самое интересное, ежемесячно мы получаем дивиденды, которые растут год от года. Великолепная штука. Кто-то говорит, что надо надежные. Есть фонды, которые инвестируют в облигации. Исключительно. Что покупать в кризис? Индекс страха, ребята. Есть ВИКС. Пожалуйста. Они антикризисные. Есть компании, которые, так сказать, медвежатники. То есть, чем ниже упадет, тем больше вы получите. Но ВИКС же только квалифицированный инвестор может купить. Да, конечно. Нет, я просто, как бы, вот, но... Он не мог об этом не сказать. Я не мог об этом не сказать, да. Но вообще я квалифицированный. Вот. Что же получается? Что лучше всего все-таки через ETF. То есть, если мы в этом не соображаем, если мы... Где тут у меня? Если мы не понимаем, по каким критериям подбирать, лучше доверить кому? Фондам. Фондам. Каким фондам мы будем доверять? Вот тем. Нет. А, вон тем. Аполло. Аполло Супрем. Ребята, когда я почитал, что такое Аполло Супрем, это вот идеальное, вообще говоря, просто финансовый план. Аполло Супрем. Это просто идеальный. То есть мы вначале вкладываем только в акции, которые дают доходность высокую, а потом в облигации. Вот она, вот доходность, видите, да? Аполло Супрем в акции. Но акции могут и упасть. Пожалуйста. Аполло Супрем. Кому мы доверяем? Мы доверяем страховой компании, которая подбирает фонды. Какая цель у страховой компании? Первое – сохранить. На втором месте приумножить. Главное – сохранить. Если мы выбираем надежность, а мы выбираем надежность, да? То есть, вот. Выбирайте те фонды, которые выбирает страховая компания. Поэтому, значит, Евровип, когда я посмотрел, я почитал все, что есть, я говорю, Валера, только Евровип я хочу. Вот, и все. Больше ничего, потому что Евровип выбирает страховая компания по коэффициенту Шарпа один из лучших. То есть там падение максимальное, самое лучшее, ну, в смысле, как бы самое минимальное падение. Они не падают и дают доходность. То есть самый лучший баланс между доходной частью и защитной – это как раз страховые компании. Они в этом заинтересованы. Вот именно поэтому я за фондовые программы, во-первых, во-вторых, за фондовые программы, которые, которые у компании. Вот, ну, я не могу... Спасибо. Как медийная персона, извините. Вот, значит, Демитков Юрий в Яндексе. В Гугле. Ты стань рядышком себя. Везде. Везде. В ТикТоке. Ютуб, ТикТок, ВКонтакте. Инстаграм. Я даже в Яндекс.Видео сейчас уже, так сказать, начинаю. Вот. 53 тысячи подписчиков на Ютубе. Ну, в других соцсетях там где-то по 2 тысячи с небольшим. То есть, пожалуйста, вопросы о медийности и так далее. И когда появляется медийность... Это монетизируется. Друзья мои, когда у вас есть нечего инвестировать, пожалуйста, в медийность.
Там появится. Да, медийность и вот, пожалуйста, бизнес. Но бизнес, когда мы занимаемся бизнесом, максимальная ценность максимальному числу людей и нематериальные активы. Создавайте. Нематериальные активы. Курс, я говорю. Я сделал курс. Я его записал, это просто лист из, это плейлист из видео, и я его продаю 7500 за штуку. Покупать. Вот. А для тех, у кого нет 7500, у меня есть вариант за 1000 рублей, пожалуйста. Юра, спасибо. Все, скажем, подписались на Юрия, на его канал.